Приятного аппетита всем, кто завтракает. Спасибо. Надеемся, вы проснулись вовремя. У вас есть время приготовить себе завтрак и его съесть с удовольствием. Ну, знаете, бывает так, что утром, во-первых, сильно торопишься, во-вторых, не очень успеваешь и позавтракать, и лень что-то готовить. В общем, выход из такой ситуации есть. И нашел его Иван Засухин. Ох уж эта утренняя суета, и как всегда я перед эфиром даже поесть не успел. Но слава богу, что есть магазин «Раз-два», который работает 24/7. Новый на Калинина. Начнем мы мой завтрак, конечно же, с молочки. Я обожаю йогурты. Пойдемте. Вот она, самая свежая молочка и мои любимые йогурты. Выбирать, конечно, здесь трудно, потому что выбор большой. Клубника, то, что я выберу и то, что я выпью. Если не на завтрак, то после эфира точно. И вот теперь выбираем то, что буду есть на завтрак. За моей спиной искушение моей души. Это самая свежая, самая вкусная выпечка «Раз-два». На любой вкус, посмотрите. И все это готовят здесь, непосредственно в магазине. Я хочу вот просто эксклюзив. Колбаска венская. То, что вы нигде не найдете. А, здрасте, вы можете просто помочь? Я хочу это съесть вот прямо сейчас. И это не просто колбаска в кейсе, какая-нибудь там сосиска. Это невероятная вкусная колбаска. Там соус, сыр, овощи, короче... Господи, будете оплачивать. Так, ну а теперь я, как в лучших домах Парижа, за все оплачу сам. Хочу еще попробовать местный невероятный вкусный чай. Оп, кассир не нужен. Итак, наливаем тот самый дальневосточный чай, где есть и апельсин, и гренадин, и брусника. Также здесь можно зарядить свой телефон, смартфон, планшет. И еще хочу всем вам напомнить, что «Раз-два» всегда рядом, всегда по пути.